Экспонаты руками не трогать. Этой фразы вы никогда от нее не услышите. Пилот первого класса, преподаватель Пермского авиационного техникума, а в прошлом его выпускница. Галина Смагина – человек, которому есть что рассказать и показать. Только здесь ребята могут прикоснуться к прекрасному – к небу и самолетам. Щелчок и реактивный двигатель на глазах школьников приходят в движение. Но где еще такое увидишь? А летчики уже только управляют газом и, увеличивая обороты двигателя, можете почувствовать, воздух идет. Проект «Рабочая профессия» был задуман членами молодежного совета при Пермской городской думе. Не секрет, что есть такая проблема – дефицит квалифицированных рабочих кадров на промышленных предприятиях. Все дело в том, что школьники с трудом представляют, в чем заключается работа на заводе. Мы, как молодежный совет, предложили доступный нам способ решения этой проблемы. То есть мы хотим повысить престижность рабочих специальностей среди учеников 8-9 классов пермских школ. Таких полезных проектов у молодежного совета много. Поддерживают активистов глава города и весь депутатский корпус. В качестве наставника выступает и депутат Пермской городской думы Арсен Балквадзе. Он является заместителем председателя совета и во всем помогает начинающим парламентариям. Молодежный совет при городской думе, он для того и создан, чтобы молодежные проекты при поддержке городской думы, при поддержке городских властей находили свое воплощение и реализацию. Участники молодежного совета при Пермской городской думе стали героями нашей новой парламентарии. Программы «Решаем вместе». Их проекты вдохновили всю творческую команду. К сожалению, есть люди, которые пока себя еще не нашли в общественной жизни. Да? И вот лидеры общественного мнения, общественного движения, они могут служить примером для других людей, тем самым вовлекая в орбиту общественной жизни новые и новые слои населения. И самое главное, чтобы появлялись молодые люди. Как и обещали, особое внимание в программе «Решаем вместе» мы посвящаем тем активистам, которые привлекают к участию в проектах подрастающее поколение. Члены молодежного совета о проблемах молодых знают не понаслышке и готовы их решать. Ради этого они даже форум организовали – межвузовский. Об этом смотрите очередной выпуск «Решаем вместе» сегодня вечером в 19:30. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».